Вернуть городу изюминку, которая сохранилась лишь на ретро-фотографиях. Об этом мечтает член комиссии конкурса «Краевед» Юрий Озеров. Он уверен, уважение к истории не ограничивает полет фантазии архитекторов. Однако главная задача – не поиск креативных решений, а восстановление того, что было раньше. Важно, чтобы мы не потеряли наши градостроительные доминанты. В частности, например, Знаменский собор. Чтобы, если будет какое-то строительство на территории между улицами Луначарского и Дзержинского, чтобы новые здания не закрывали обзор на данный монастырь. Среди членов комиссии – историки, священники, депутаты, бизнесмены, представители администрации.